Данное видео является блиц-ответами на частые вопросы. Папочку с этими частыми вопросами вы можете увидеть здесь. А полные ответы на интересующиеся вас вопросы вы можете посмотреть на моем канале в любой из папочек, относящихся к урокам по авторемонту. Уроки совершенно бесплатные. Подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсах и просто отдыхайте. Приятного всем просмотра. Итак, вопрос. Как убрать шагрень? То есть, если вы покрасили и у вас организовалась большая шагрень, шагрень после высыхания лака убирается 2000-й шкуркой. То есть, немножко ее спиливаем с водичкой, вы будете видеть, как уходит шагрень и плоскость становится ровной. После этого полируем полировочной машинкой, круг уже сами выбираете, полировочной машинкой полируете пастой либо 3G фореклой, либо 3M-овской пастой. Там, ну, по пастам есть где-то тоже в кратких ответах ответы, посмотрите.